А вот других птиц в Хакасии всеми силами оберегают, причем экологи обратились за помощью к шаманам. Специалисты российской сети изучения пернатых хищников попросили обратиться к духам земли для защиты соколов-балабанов. Шаманы откликнулись на просьбу орнитологов и провели обряды в Ширинском и Усть-Абаканском районах. Раньше они такого не делали. По сути, у них появился новый ритуал в защиту птиц, чтобы у соколов были твердые крылья и никто не мог их одолеть. Конечно, в своей работе экологи опираются прежде всего на научные методы, а шаманские обряды им необходимы для того, чтобы обратить внимание общественности на проблему истребления балабанов. Птица внесена в Красную книгу и является ценным трофеем для браконьеров из арабских стран.